Австралийский бренд Triangle представил коллекцию пляжных нарядов. Золотые сверкающие купальники с асимметричным лифом на одно плечо. Блестки, уверяют дизайнеры, главный тренд лета 2020. Модели с твердыми и мягкими чашками всех цветов радуги. Слитный наряд с завязками по бокам. Впрочем, чтобы выглядеть на миллион, не обязательно тратиться на дорогую одежду. Возвращается мода на бикини 70-х. Двое плавочек и идет бюстгальтер. Вот, что собой представляют ретро-плавочки? Это такие высокие плавочки, которые очень красиво обтягивают фигуру. Купальник попроще, разделенный вверх и низ, предлагают за 15 рублей. За мужские плавки просят еще меньше, до 10. Пляжный костюм для девочки стоит 13 рублей, для мальчика можно найти за 8. Эксперты советуют выбирать одежду с содержанием хлопка. Необходимо одним из условий – это ношение легкой светлой одежды, в основном, предпочтительно из натуральных тканей. Необходимо укрывать голову убором. Панамы вытеснили кепки и шляпы на второй план. В ассортименте варианты для любого пола и возраста. Цена льняного головного убора 15 рублей. Варианты с хлопка стоят 7. Взрослые от 5 рублей до 35. За 35, естественно, нормальная фабрика, хорошее качество. Черное, главное, чтобы было со втулкой внутри, чтобы оно держало форму, там, если воздух будет, оно не печет. Если без втулки, тогда что-то светло, потому что она облегает голову, как шапка. Тогда да, она напекает. Кутюрье рекомендует дополнять образ деталями. Парео сглаживает женскую фигуру. В моде принты на тему дикой фауны. Накидка обойдется в 7 рублей. Очки уберегут глаза от ультрафиолета и подчеркнут лицо. Стоимость колеблется от 10 до 25 рублей. Главный тренд лета этого года – ти-шейды, очки с круглыми линзами и авиаторы, так называемые капли. Финальный штрих – обувь. На пляж рекомендуют надевать вьетнамки, подойдут и резиновые шлепки. Ценовой диапазон – от 5 до 20 рублей. Модельеры едины во мнении – одежда для отдыха должна быть не только стильной, но и комфортной. Малышей у воды не лишним будет обезопасить надувным кругом или жилетом. Итого, полноценный летний образ женщинам обойдется в 47 рублей, мужчинам – на четверть дешевле. Ребенка можно собрать за 25-30 рублей. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.